Привет, я Оля. Вы знаете, что такое ипотека? Звучит не очень, правда? А цифровая ипотека? Слышали? Не знаете? Сейчас я в трех словах объясню, и все станет ясно. Раньше, когда вы хотели купить квартиру, то шли в банк, чтобы получить кредит. Там вам давали анкету и еще какие-то формы, которые нужно заполнить. Все это долго и нудно. А если банков было несколько? Одна и та же процедура в каждом банке. То есть сколько банков, столько анкет, столько заполненных форм и куча потраченного времени. И все это ради одного кредита. Но теперь есть цифровая ипотека от компании А101. В принципе, все то же самое. Тоже анкета, тоже несколько банков, но в несколько раз быстрее и эффективнее, и с комфортом. Как это работает? Все просто. Вы находитесь дома, в отеле, в ресторане, да хоть на природе. Главное, чтобы у вас был интернет. Заходите на сайт компании А101. Находите раздел «Цифровая ипотека». Заполняете электронную форму и жмете «Отправить». И ваша заявка на кредит уходит менеджеру компании. И теперь он без вас сделает всю работу. Сложит все по папочкам и разошлет в пару десятков банков. А пока он делает за вас всю работу, вы можете тратить свободное время на себя. Может, пойти маникюр сделать? Затем менеджер свяжется с вами и отправит вам кучу готовых вариантов из разных банков. Останется выбрать подходящий и оформить кредит. Стоп! Еще раз. Хотите кредит? Заходите на сайт компании А101 в раздел «Цифровая ипотека». Заполняете одну единственную форму. Один раз жмете «Отправить» и получаете уже готовые предложения. Один клик – и кредит готов. И вся эта процедура совершенно бесплатна. Так, кнопку «Отправить» я нажала? Нажала. На этом моя работа закончена. Ну, точно пойду сделаю маникюр.